Традиционного первоапрельского шествия в Одессе не будет. Власти считают, что проведение массовых гуляний в столь сложное время является абсолютно неуместным и небезопасным. Что об этом думают одесситы и организаторы фестиваля, узнавала Ирина Стрибко. В этом году юморины в привычном ее формате в Одессе не будет. По настоянию Киева праздник отменили. Организаторы международного фестиваля «Комедиада» с пониманием отнеслись к этому решению. Получается какое-то дежавю. В прошлом году было точно так же. Юморину отменили. Юморина, в принципе, заключается в самый главный, какое событие юморины. Это карнавал. А карнавал – это огромный бюджет. И понятно, в нашем политическом состоянии, в том состоянии, в котором мы находимся, карнавалы и все очень дорогостоящее сейчас и неуместно, да и нет этих денег. Мнение одесситов разделилось. Одни огорчились, другие вздохнули с облегчением. Почему отменить? Пусть надо было, пусть было. Первое апреля зачем отменять его? Пусть бы так и был бы этот. Это одесский праздник, как его можно отменить? Какое имеет отношение Одесса к Европейскому Союзу или дальше? Или к Молдавии, или к России, правильно? Мы одесситы, мы должны гулять. В стране сейчас, как вы видите, обстановку, чтобы не было никаких провокаций. Скорее всего, так. То есть это сейчас не к месту. Да пускай люди радуются. Хоть и тяжело жить, пускай люди радуются. Конечно. Это праздник, это жизнь, это не падать духом. Это, не знаю, пускай... Какой день даже и радоваться, какой день и страдать. Но я считаю, что нельзя праздновать 1 апреля, потому что в стране такое творится, что это очень опасно, потому что будет собираться толпы людей, типа города. Я считаю, что это нормально. Правильно. Думаю, что правильно, потому что такая ситуация в стране, не надо никаких парадов, не провоцировать какие-то теракты. Я против. Одесса должна праздновать 1 апреля. Почему бы и нет? В стране такое, что нельзя праздновать 1 апреля. Должно быть. Почему нет? Не знаю. Ну, я против. Хоть какая-то радость в нашем городе. Я против. Надо, чтобы было нам веселее жить. Тем не менее, без интересных мероприятий одесситы и гости города не останутся. Вместо традиционного шествия пройдет 5-й международный фестиваль клоунов и мимов «Комедиада». В нем примут участие 22 коллектива из Украины. Смешить одесситов будут артисты из США, Польши, Австрии и Италии. Я вам скажу, что именно в тяжелые времена, во времена смуты, во времена депрессии, социальных каких-то, именно вот в такие времена смех особо важен. Потому что когда люди живут хорошо, когда все прекрасно, искусство вообще не нужно. И тем более юмор, смех. Ну, просто обратите внимание на какие-то исторические моменты, да, вот в жизни человечества, на определенные страны, которые там сегодня есть. А вот когда тяжелые времена, как раз-таки юмор спасает, он лечит. Отдельные концерты дадут для детей-переселенцев с Донбасса, а также для раненых воинов АТО, проходящих лечение в военном госпитале. Во время фестиваля будет принято обращение в Генеральную ассамблею ООН об учреждении 1 апреля праздника Всемирный день клоуна. Дорогие друзья, мы приглашаем вас 31 марта, 1 и 2 апреля к нам в театр, в Дом клоунов на фестиваль «Комедиада 2015». В этом году нам 5 лет исполняется. Ждем вас. Ирина Стрибко, Кристина Кондратьева, 7 канал.